Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня у нас будет очень интересное видео. Сегодня мы поговорим про обновление, которое вышло вроде бы как сегодня. Обновили рыбалку, обновили там интерфейс и изменили управление. И сегодня мы решим, как было, раньше лучше или сейчас лучше. Потому что я раньше рыбачил, у меня 7-й скилл рыбака, и поэтому мне есть что сказать. Я уже порыбачил, попробовал, и я готов вам это все показать. Но перед этим я хотел бы напомнить, что я играю на первом сервере Мазин Холи Плей. Моник Кирилл Путбуль, не забывайте увидеть моник при регистрации, и также не забывайте видеть мой промокод. Пишите вместе капсом Кирилл Гейм. На 5 уровне получите 50 тысяч, на 10 уровне получите 100 тысяч. Мой промокод можно вводить на любом сервере Мазин Холи Плей. Хочу вам заранее сказать, что систему изменили из-за того, что один пацанчик сделал приватный чит на рыбалку. Возможно, вы про него слышали, либо видели этот приватный чит. Именно поэтому руководство приняло решение изменить систему. И ее изменили. Даже мне предлагали купить чит на рыбалку, но я, конечно же, отказался. Поэтому, пацаны, я думаю, понимаете, что читы это плохо, и поэтому это нужно было сделать, изменить систему. Всем приятного просмотра. Все, вот я уже приехал на рыбалку, я думаю, все понимают, где это находится. Если что, у меня улучшена такая тема, как удачливый, и мне так больше рыбы падает, вроде бы как. Я точно не помню, как это работает, но у меня стоит улучшение, если что. Начать рыбалку, убираем. Честно, когда я приехал первый раз и попробовал эту систему, меня бомбило. Я говорил, что это говно там и так далее, но потом, спустя 10 минут, когда я, так сказать, уже научился, я понял, что это не так уж и плохо, и мне понравилось. Поэтому, пацаны, если вы приедете и сразу у вас не получится выйти рыбу, вы не расстраивайтесь, попробуйте еще пару раз, потому что да, к этому нужно привыкать, это новое, ко всему новому нужно привыкать, поэтому не нужно там бомбить и так далее. Изменили управление полностью и изменили интерфейс, убрали, короче, из этой темы нумпад, получается, нумпада теперь нету вообще. Ну вот видите, N нажимаем, N, потом S, N, потом PKM, 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 LKM, N обратно нужно нажимать, N. Так, и я словил рыбу, в принципе. В этом ничего сложного нету. На самом деле, сделали сложнее, но получается вы быстрее рыбу ловите, по моему мнению. Реально, я сравнил с тем, что было раньше и сейчас, и вроде бы как все стало быстрее, вы быстрее ловите рыбу. Возможно, мне это кажется, пацаны, я не знаю. Просто приедьте, попробуйте сами, а сами попробуйте, и вы все поймете. Вот, еще раз давайте. У, С, С. Так, ПКМ. Я и с ПКМом, с мышкой, пацаны, путаюсь немножко, но... Я думаю, это поправимо. Так, ПКМ, Н, Н. Все, словил обратно. 4-4. Реально стало намного быстрее, и рыба как-то чаще даже ловится, так сказать. Раньше долго время шло, а сейчас вы ждете там 10-15 секунд, и рыба обратно ловит. Реально сделали быстрее, но сложнее. Я считаю, что это лучше, чем было раньше. Не знаю, как вам, пишите свое мнение в комментариях, но мне реально нравится, как они сделали. Сделали довольно-таки неплохо. Все стало довольно-таки реально сложнее, но быстрее. Я не знаю, это минус или плюс, пишите в комментариях, как вам. Так, LKM, SKM, и я нажал неправильную клавишу, и у меня рыба оборвалась. Если убираете неправильную клавишу, то все, рыба обрывается сразу. One, two, three, jump!
Ну что ж, господа, вот видели, как я рыбачил, я ошибся всего лишь один раз, это в конце, это у меня уточка сломалась вроде бы как, поэтому достаточно легко на самом деле это все делается. Да, там многие бомбят, что они привыкли к старой системе, типа там, и хотелось бы ее вернуть и так далее, но я узнал, из-за чего изменили эту систему. Из-за того, что один там человек придумал чит на рыбалку приватный, и поэтому разработчики не растерялись и сделали новую систему, для которой чит не будет работать. Поэтому скажите спасибо этому человеку, который сделал чит, из-за этого поменяли как бы всю эту систему. Мне, честно говоря, и эта система нравится, и та нравилась, как бы. Мне без разницы. Хотя я на этой системе рыбачил всего лишь 20 минут, и я к ней привык. И спокойно могу ловить рыбу. Поэтому, пацаны, не нужно бомбить, это все дело привычки. Да, хотелось бы и старую систему вернуть, и новая тоже вроде бы неплохая. Но из-за того, что сделали чит на рыбалку, пришлось все поменять. Я думаю, вы это понимаете. Я ведь считаю, что это правильное решение, потому что нужно зарабатывать деньги правильно. Не читами, а именно своим трудом, своими руками там и так далее. Ну, короче, вы поняли. Все, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока-пока.